Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем мини-концерте, посвященном Дню Учителя. Пусть осень на дворе уж целый месяц, сегодня вдруг повеяло весной. Цветы цветут сегодня в каждом сердце. Учитель, сегодня праздник твой. Путь педагога – это не ошибка, ведь это не работа, а судьба. Сегодня вся любовь, все взгляды и улыбки, сегодня все, что есть на свете, для тебя. С праздником, дорогие учителя! Открывает нашу программу учащиеся начальной школы первого и второго класса, которые прочитают стихи. Осенний праздник, день учителей, такой хороший, яркий, добрый, светлый. Спасибо вам от взрослых и детей за то, что мир открыли нам заветный, за строгость, доброту, за оптимизм, за то, что сердцем дали нам так много, за дружбу, за тепло, любовь и жизнь, и в знаниях нам открытую дорогу. Плавно листья рыжие летают в голубых квадратах школьный храм. Первоклашки вновь букварь листают. Некогда стареть учителям. Солнце луч по нашим партам скачет, весело подмигивая нам. Быстро мы растем, это значит, некогда стареть учителям. Тянет нас от школьного порога к новым стройкам, к звездным кораблям. Нужно там узнать так много, некогда стареть учителям. Учитель, не жизни своей, как один ты школьной семье посвящаешь. Кто к тебе учиться приходил, своими детьми называешь. Мир огромным нашим стал наследством. Перед нами путь широкий прям. Рядом с сыном качающимся детством некогда стареть учителям. Сегодня в нашей школе большой и важный праздник. Да что за день, скажите, загадочный такой? Не кто-то, а учитель на празднике герой. Нет в мире должности прекрасней, труда отважней и милей. Сияет синь, сегодня праздник наших друзей, учителей. В этом мире таком огромном много разных профессий есть, но одна из них вечная, скромная. Быть учителем – это честь. Для мам, для пап. Без мам, без пап, без дружек детсада мы с вами шагнули на школьный порог. И всем было радостно и страшновато, когда прозвенел для нас первый звонок. А после тетрадок косые нити и первые буквы косые сперва. А вы нам дарили цветные наклейки и самые теплые в мире слова. Для мамы, для папы копили монеты из наших проделок, забавных, смешных. А нам поправляли застежки и ленты, любили здоровых, любили вольных. Мы стали постарше, мы стали умнее, вы нас научили читать и писать.
Мы любим теперь вас намного сильнее. И это хотим вам сегодня сказать. Мы желаем всем учителям, без исключения, крепкого здоровья, радости, добра, побольше оптимизма и терпения. Пусть завтра будет лучше, чем вчера. Поздравления от учеников 4, 5 и 3 классов. День учителя летят, бури поздравлений. Вам скорее сказать хотят, без капельки сомнений. Вы учитель на все 100 и талантливый еще. Нас воспитывать непросто. Мы желаем во всем роста, и в карьере, и в делах, чтоб решать все на словах. И здоровья, и любви, чтоб сбывались все мечты. Поздравляю дружно вас от души 4 класс. Строгим и ласковым, мудрым и чутким, тем, у кого седина на висках, и тем, кто недавно из стен институтских, тем, кто победу нам тайны открытий, учит всегда добываться побед, тем, кому гордое имя учитель, мы посвящаем концерт. Oh.
сейчас послушайте, пожалуйста, о чем мечтает ученик 4 класса Аппакумов Денис. Ох, жил бы я до нашей эры, вот была бы красота. Знай, сиди себе в пещере у дымящего костра, развалясь на шкуре спальной, думай, задремав слегка. Вот ни школы музыкальной, ни противного звонка. Я бы жил себе в общине, делал все, что захотел. Как положено мужчине, я б дубинку взаимел и Сергея Свистунова изо всех дикарских сил треснул в лоб, и бы я дубиной, чтоб за Светкой не ходил. Покуда вертится Земля, родная, хрупкая планета, на свете есть учителя, а значит, будет больше света. Подарок от студии бальных танцев школы «Интеграция». Я не хочу. Пошли. Thank you.
заучили совесть чистой держать. За Россию и веру будь готов все отдать, ничего не жалея и себя не щадя. Будь всегда вместе с нею, ей вся сила твоя среди. Ходим в России, здесь всегда с нами Бог. Здесь так хочется верить, здесь так хочется жить. Годы верстами мерить и по-русски любить среди бескрайних путей дорог. В России богато. Спасибо.